Давай, Саш, ну давай Ира поможет тебе. Вот как мы катаем Лялю наш. Ну какая у нас Ляля хороший, Саша, молодец. Кати Лялю, Саша. Молодец, Саша. Вот как. Сам Саша забуксовал, Саша. Давай Ира тебе поможет. Маленький Санька – всеобщий любимец. Малыш настолько трогательный и хрупкий, что взрослым непременно хочется защищать и опекать его. С каждым днем он становится все интереснее. И в такой же пропорции растут симпатии всех, кто с ним общается. А ведь совсем недавно Саша был совсем другим. Поступил, конечно, ребенок был со множеством вредных привычек, постоянно находился в каком-то негативе, капризничал, то есть не хотел общаться, не хотел смотреть никакие игрушки, трудно было его чем-то заинтересовать. В движениях никакой динамики вообще не наблюдается, то есть он лежал, он даже не хотел ни ползать, ни сидеть, ничего не хотел. Ничего не хотел Саша почти 2 месяца, а потом все неожиданно начало меняться. Окружающие увидели, что малыш умеет улыбаться, и улыбка у него обаятельная. Санька стал интересоваться игрушками, узнавать окружающих. Он быстро начал вставать на ножки, а еще через 2 месяца сделал первые шаги. Топ-топ ножки! Вот они как у... Уверена, наши ножки. Давай, Ира, тебя посадит. Давай, садись. Давай, ножки спускай. Вот как мы поехали. Вот, Саша, молодец какой. Вставай на ножки. В речи у него тоже наблюдается положительная динамика. Он стал активнее лепетать, повторяя за взрослым слоги. Даже некоторые простые слова получаются иногда. Еще, Саша, сам желтенькое колесико. Ну, крути, Саша. Давай, помогай ручками. Молодец, вот как. Давай с тобой красненькое теперь поможем. Давай, бери красненькое колесико. Так Саша его катит. Молодец, Саша. Санька очень ласковый мальчик. Он больше всего любит обниматься. На ручки просится так трогательно, что отказать ему ну просто невозможно. Саша внимательно прислушивается к речи взрослых, почти всегда понимает, что от него хотят. Он крайне дружелюбный ребенок, прекрасно контактирует с другими детьми. Саша не обижается, когда у него отнимают игрушки и сам охотно делится ими со сверстниками. А еще Санька очень веселый и музыкальный парень. Саша, лежи. Как Саша танцует? Ай-ай-ай, вот так, вот так, вот так. Ай, молодец. Опа! Сейчас он как бы раскрылся и... больше находится в положительных эмоциях. То есть он радуется общению со взрослым, любит заниматься, любит кушать. То есть наблюдается большой прогресс в его развитии. Молодец. Саша очень любит покушать. Очень. Так. Вот, молодец. Давай, Саша. Давай, Ира поможет тебе еще. Кушать самостоятельно у Саньки пока еще не получается. Приходится прибегать к помощи взрослых. И эта помощь необходима малышу и в других вопросах. Степень доверия, которым ребенок проникается к окружающему миру, к другим людям, к самому себе, в значительной степени зависит от проявляемой к нему заботы. Если ее недостаточно, то у ребенка вырабатываются недоверие и боязливость по отношению к жизни и к людям. Саше необходима забота одного единственного взрослого. Мамы. Гуси, гуси, да, да, да. Есть хотите? Да, да, да. Поиграть с Алиной в доме ребенка пытаются все, даже те, кому совсем некогда. Действительно, трудно пройти мимо такой милейшей малышки. Алинка давно запомнила знакомые лица, встречая своих воспитателей радостной улыбкой,
а к незнакомым людям присматривается настороженно. Девчушка очень общительная. Она освоила уже много звуков и слогов, легко подражает взрослым. Вот как хорошо! Вперед-назад! Вперед-назад! Да, да, да! Берет игрушку из рук взрослого, начинает перекладывать, что это, в общем-то, соответствует 6 месяцам, поэтому она чуть-чуть даже уже начинает опережать свое развитие. Своим развитием Алина удивляет всех. В доме ребенка такие дети – редкость. Может быть, причина в том, что девчонки уделяют достаточно много внимания? Во всяком случае, Алина прекрасно стоит на ножках, упирается ими, легко переворачивается сбоку на бок. Давай, давай, вот она у нас как умеет переворачиваться. Вот она у нас как умеет переворачиваться. Садись, Алина, садись. Вот как мы ее посадили. Ложись, 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 ложись. И теперь опять давай. Садись, 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 садись. Вот как мы садимся. Алина никогда не капризничает. Даже если ей что-то не нравится, малышка проявляет это деликатно, как взрослая. Обычно ребенок улыбается и излучает вокруг себя позитивную энергетику. Характер все-таки закладывается ближе к 3 годам, формируется он сейчас еще только. Но по темпераменту можно сказать, что она, конечно же, очень такая оптимистичная девочка. По темпераменту, скорее всего, это будет сангвиник. Такая жизнерадостная, жизнелюбивая, очень общительная ребенок. Вот она какая киска. Глазки у нее, да, глазки у киски. Глазки у киски у нее. Да, давай рассмотрим киску. Для хорошего развития малышу необходимо не так уж много. Нужно, чтобы был крепкий сон, хорошее настроение и завидный аппетит. У Алины все это есть. Хорошо кушает с ложечки. Взрослые воспитатели кормят ее, она снимает губами. Пытается хватать за ложку. Тик-так, часики. Тик-так. Ну, какие часики. Смотри, у Гали часики. И у Гали часики. Смотри, Алин, раскрывай ладошки. И у Гали часики. Дай послушаем. И все-таки для того, чтобы вырасти здоровой, красивой и счастливой, у Алины есть не все. Точнее, нет самого главного. Маленького ребенка совершенно необходимо укачивать, прижимать к себе, гладить, петь ему песенки. Только тогда он чувствует себя защищенным, спокойным и уверенным. Полноценное развитие ребенка возможно только в контакте с мамой. Пусть она скорее услышит и придет.